Мастер-план Владивостокской агломерации представили вице-премьеру, полпреду президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. Мастер-план Владивосток у нас пока идет с некоторым отставанием, с некоторой задержкой. Но я надеюсь, что это повлияет в лучшую сторону на его качество. Во всяком случае, мы все понимаем, что Владивосток – это сегодня экономический, морской центр Дальнего Востока, это столица. С основным докладом о разработке мастер-плана выступил глава Владивостока Константин Шестаков. Наряду с уже реализующимися проектами, многие из вас знают о том, что у нас есть несколько точек комплексного развития. Например, это микрорайон Патрокол, Голубиная Пать. Один из первых примеров комплексного развития территории, к которому уже приступили на основании частной инициативы. Трудовой, Зеленый бульвар, Изумрудный. Это все территории, на которых уже строится достаточно большое количество жилья. Вы знаете, что Приморский край является одним из лидеров ввода жилья, ну а Владивосток, собственно говоря, вот является таким в этом ключе локомотивом. Мы обратили в первую очередь внимание на те территории, которые мы должны развивать в первую очередь. Также мастер-план города включает в себя модернизацию сети муниципальных объектов образования, качественный и удобный общественный транспорт, связанную и эффективную улично-дорожную сеть. Альтернативное использование дорог, значит, и снижение числа автомобилей должен стать проект внеуличного общественного транспорта. Ну, по нашему мнению, это все-таки должна стать городская электричка. При поддержке ВПРФ мы начали переговоры с группой компании «Синара», имеющей собственную производственную базу, а также опыт реализации подобных проектов. И с коллегами из РЖД на рабочем уровне мы начали проработку возможности согласования такого расписания и расшивки участков путей для запуска городских электропоездов. Во время пресс-подхода губернатор края Олег Кожемяка по итогам совещания подчеркнул, что мастер-план отвечает основным потребностям горожан – жилье, транспортные развязки, парковки, экология, возможности рекреации и отдыха. Мастер-план – это уже, скажем так, 15-летняя такая плановая задача, связанная с изменением и облика города, с учетом всех тех строек, которые сегодня реализуются здесь, качество жизни, которое должно отвечать современным требованиям. Вот, то есть, ну и самый главный вопрос, что он будет отвечать запросам жителей, тем потребностям, которые сегодня есть в обществе. Юрий Трутнев предложил разделить мастер-план на слои: инфраструктура, жилая застройка, зеленые насаждения, транспорт, включая решение вопроса с парковками, чтобы сложилась общая картина развития Владивостока. Вице-премьер поручил Минвостокразвития России Приморскому краю совместно с администрацией Владивостока доработать мастер-план и представить документ не позднее, чем через 2 месяца. Артем Белов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.